then do it again. Man, I love college. Hey, I love drinking. Hey, I love women. Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Ну что ж, друзья, мы вернулись в игру. Так, я стал лидером комнаты. Нет, найти лидера. Сейчас будет игра между белорусской командой Mserious и командой из Азербайджана Бай. Mserious, как я понял, будет начинать в атаке. Карта DC. Выбирали карту у нас Mserious. Белорус, это их домашний матч. Как бы. Ну что? Тафа альтовать будет, инфа 100%. Я да. У меня в окошке. ПБ. Поэтому альтовать тут мне особо не надо. Ну что, мы все готовы, в принципе, вот я покажу, что я готов. Что, удачи вам, парни. Гоу. Итак, дебют для команд Mserious и Bai в Суперкубке Intel Challenge. Первый матч в этой группе C. Пока что Гетаганг на первом месте. Ну, Dream Team там еще будет с Гетагангами бороться в ответном матче на своей карте, я уверен, на 100%. Супер игра была. Счет матча был 10-8. Я вот, кстати, хочу посмотреть, появился ли на сайте вообще все вчерашние 5 игр, которые я комментировал. Они должны были там появиться.
Да, да, они есть. Раз, два, три, четыре, пять. Поэтому вчерашний матч вы можете посмотреть. Там есть OXZ Ukraine Detox, крутая игра. HAL OXZ Female, OXZ Ukraine Chase Status, Detox Gear и RAV Кислота. Все эти матчи есть на сайте pb.cyberarena.tv. И все сегодняшние матчи появятся завтра, друзья. Вот так уж получается. Тут немножко тяжело мне из-за этого дилея. Тяжело мне все это дело делать. Так. Ну что, в атаке команда из Азербайджана, команда Бай. И они на плант уже пошли, они уже пошли на плант. Неужели кого-то кикнуло? Почему белорусы играют четвером? Что случилось? Ну, сейчас узнаем. Сейчас узнаем, что это будет. Бомба уже установлена, уже на точке вся команда из Азербайджана. Давайте их представлю. Емад, М. Грин, Hurricane, Mom Panda, One, please, on и Охи. Ну, будет просто панда, я думаю. Так, Паня киллер. Неко. Белорусы. Замес какой на точке. Вообще война. 2 в 2 ситуация. В четвером раунд играют белорусы. Емэд последний. И его также забирают и дефузит бомбу. Mserious выходит вперед. 1-0. Ну что, круто, бомба круто, конечно. Все, белорусская команда забирает раунд, играя в защите. Деактивировали бомбу. Миссия ну что, провалена. Будем смотреть, где пятый у белорусов. Куда он делся? Все, появился. Итак, команда Mserious, Neko, Shady, Паня Киллер, Чика Бум и Лаки Ван. Кстати, тут кто-то из Питера, по-моему, белорусской команды. Ну ладно, будем смотреть сейчас вообще. Будем смотреть, кто здесь кто. Постоянно тут в каждой команде кто-то есть с одной стороны, кто-то с другой. Ну что, Лаки Ван, его взорвали бочкой на стрите. Куда же он пошел вообще? Зачем это было делать? Прокидка медла сейчас идет хаешками. Паня Киллер аккуратно играет. Ну и снова Б, точнее А-плент, извините, я постоянно путаю на ДЦ точки местами. На А-плент идут ребята из Азербайджана. Ну, смотрим дальше. Да, прошли они на точку. Ну и снова выбивание, как я понял, будет. Хотя тут какой-то фейк, двое на длине у белорусской команды. Их плечи, у команды из Азербайджана. Белорусы сейчас уже стрит спину обходят. Да, зашли в спину, разобрали одного. Панда еще. Ой-ой-ой, как жестко. Минус от Пани Киллера, минус от Панды. И 2 в 2 ситуация. Ну что, бомба ставится на Б-планте. Мистер Грин уже на бетоне. Я думаю, сейчас он поднимется и поставит бомбу. Парыч прошел. Хурикен. Извини, бомба была если вот, ребят, как-то криво читаю ники, уж извините. Я тут в ПБ не местный, поэтому всех правильно читать не могу. То, что понятно написано, то понятно. Давайте поглянем на пинг. О, ну вы понимаете, да, что тут ребятам тяжело играть, но как-то играют. Минус от мисс Эмгрина. И минус 2 от Эмгрина, что 1-1 сравнивает команда из Азербайджана счет в матче. 1-1. Напомню, что это последняя игра на сегодняшний день. У нас завтра также будет 6 матчей. А в то же время в 7 по киевскому времени, 8 по Москве стартуют игры. 6 игр у нас будет группа С и, наверное, 2 матча группы Д. Ну, суббота, воскресенье, Asus, Counter-Strike, Dota. Я комментирую Counter-Strike, Dota комментирует Вилат. 2 сумасшедших дня. Так что заходите на стрим Cyber Arena TV, заходите на наш сайт Cyber Arena TV. Ну, а мы продолжаем смотреть матч Суперкубка Intel Challenge 9 сезона. Point Blank впервые в Intel Challenge. И, конечно, тут сумасшедшие взрывы пошли. Итак, Lucky One делает минус. Опи. Выбивание пошло сразу. Не дали поставить бомбу. Емэт минус 2 и 2 в 2 ситуация. Да, по-моему, тут будет лютая борьба на ДЦ сейчас. И, мне кажется, будет играть чуть ли не до последнего раунда. Потому что это очень равненько пока что играют. Пытаются сейчас будет выбивание точки. Хотя, М. Грин ставит... Неужели он будет сейчас ставить на Б? Емэд убежал. Убежал, ноги в руки, быстренько нож в зубы и побежал. Да, ушел в дом. Может тут, кстати, и остаться. Он знает, что соперники, хотя нет. Так, я одену второе ухо, потому что все время с одним комментирую, чтобы послушать, что слышат игроки. Так, Шади. СПБ, ведь он подписан. И пошло выбивание. Спарыча идут. Спарыча вдвоем. Минус хаешки 1 на 1. Кто? Меня опять Мгрин двоих забирает. Какой красавчик. Он второй раунд подряд тащит для команды из Азербайджана. И Бай выходит вперед со счетом 2-1. Ну, давайте смотреть за продолжением.
Ну что, Лак Иван уже просматривает кафешку А. Да, так и правильно называется, кафе А. Ну, центральное кафе занимает азербайджанская армия. Куда пойдут? Куда пойдут? Лак Иван в коробку зашел. Что он там хочет найти? Давайте быстренько Лак Ивана найдем. Нет, он просто под углом встал. Опи на длину пошел. Надеюсь, я правильно читаю. Либо, ну, наверное, опи все-таки. Или опай. Ну, извини, дружище. Потом мне расскажешь, как правильно читать твой ник, если я был неправ. И пошел сплит на Б-плант. Минус панда. Атака разрывает всех. Бетон остался здесь. Чикабум. Но его сейчас тут, наверное, разорвут на части. Куда же Хурикен идет с 13 хп? Тут Емет зашел на замену. Ну, как-то не достриг. Все, догнали с хаешки. Команда истреблена. Команда из Азербайджана выигрывает еще один раунд. 3-1. Белорусы пока получают. Ну, конечно, тут... Я не слишком разбираюсь в ПБ, но могу сказать, что, наверное, все равно неудобно и одной, и второй команде играть с таким пингом. Но вот ребята из Азербайджана, наверное, привыкли уже играть с таким пингом. А белорусам посложнее. Минус от Лак Ивана, минус Опи. Хотя, может быть, все нормально, не знаю, надо спросить у парней. Но вы видите, да, что здесь зеленых, тут кроме вот Шеди, один зеленый яй. Зеленоватый парень. Остальные желтые, конечно, тяжело. Так, смотрим, минус от Лак Ивана. Ну вот теперь не получается аркада на А. У команды Бай, здесь в дымах Лак Иван с плента прошивает окошечко. И нет, на стрите пока стоят ребята из Бай. Вообще, вот, знаете, немножко путают, потому что Бай это обычно такой тег страны Беларуси в интернете. BY. И так называется команда из Азербайджана. Я немного еще путаюсь, ну ладно, все нормально. М-Грин уходит в центральное кафе. Вообще, он на респаун уходит. Он, по-моему, сейчас будет прихватывать ребят, которые на банане. По-моему, пошла инфа, что банан заняли. Там Шади из ПБ, Нека находится. Ну и тут такая тупиковая ситуация для команды Бай. Но, возможно, вот сейчас вот этот человек все исправит. Вот его здесь могут не ждать. Он сейчас может выйти и вот справа пропечатать там Шадин или Нека. Ну, вообще устроить тусовочку. Так, смотрим. Нет, он будет слушать. Какая граната? Кинул гранату на банан, спалился. Ну зачем? И... Нет, не забрал, а мог забрать. Мог забрать там очень неплохо. Соперника поставил красным. Одного, второго покоцал. Минус от Шеди. И это раунд для защиты. Раунд для белорусов. 3-2. Да, лютая все-таки... Лютая заруба будет между командами. Начало миссии. Ну, в общем, посмотрим. Начало миссии. Поехали. Смотрим на карту. Сегодня, кстати, матчи практически по расписанию идут с небольшим отставанием. Там, ну, даже, ну, может быть, мы на полчаса позже закончим, а это вообще очень круто даже. Учитывая то, что у нас матчи по интернету идут, и конечно, все круто. Ну что, минус от Нека, минус Панда. Защита сработала. Сейчас сплит на Б пытаются сделать азербайджанские парни. Горячие парни и... Ну что, ну пока они очень спокойно, кстати, играют для горячих парней. Все хладнокровно действуют. Пока что молодцы. Ну и белорусы подсобрались ребята. Дух Лукашенко витает в воздухе. Ладно, шутка, не будем шутить о политике. Не, все-таки пойдут парыч. Нет, отходит. Какая-то война на парыч. Выманивают гранаты, отошли назад. Опи в коробку зашел. И я не могу понять все-таки, что придумают. Неужели двое из коробки должны зайти в дом? Размен на парыч, вышли мидл. Ну не зря. В мясо заходили. Сейчас бай. Но Mserious сейчас, по-моему, будет набирать раунды. Им нужны раунды в защите. Ну и они пока что их зарабатывают. Ну, этот парень может сюда. Ой, прочекали парня в коробке. А здесь счется вся стена, его сейчас тут просто изрешетят. Как в боевиках, 1000 патронов. Горячие головы. Часть вторая. 3-3, ничья матч. Только что подходил ко мне Коля Вейс. Да ё-моё. Извините, какой-то бинт нажал на рекламу. Бешеный. Подходил ко мне Коля Вейс и сказал, что да, здесь будет борьба. Я чувствую борьбу. Вот он как ванна сработал в этом эпизоде. Ладно, у нас аркада на А. Снова аркада на А. Ну, в принципе, А получалось.
бай пробивать. Вот они и пошли сюда в очередной раз. Закрывают дымом стекла. Смотрят спину, немного светится оп. И все, заняли позиции, откидывают гранаты. И смотрим выбивание. Ямат, сейчас у него будет встреча Снека, который идет с банана. Хае отошел назад. Это был дым вообще. Бомба установлена. Еще его пробрасывают. Потом он увидел, что двое на банане. Зря зашел. Минус от Шеди. Шеди получает от Эмгрина. Эмгрин вообще хорошо играет. Один из лучших, по-моему, игроков команды, по крайней мере, в этом матче, мне так кажется. И хороший прием от, да, от Бая в Чикабум. Последний, по-моему. По-моему, его от Чикабумит сейчас. Да, Панда делает минус. 4-3 счет в матче. В пользу команды Бай. Снова выходит вперед азербайджанская команда. Белорусская команда отстает всего лишь на один раунд. Да, последние, конечно, три игры у нас сегодня просто дичь какая-то. Много борьбы. Я даже не представляю, что будет во втором групповом этапе, когда уже сильные команды все попроходят. И там такая резня начнется, когда останется 4 группы всего. Ну, посмотрим, посмотрим. А что будет на лан-финале вообще в октябре, то я даже не знаю. И потом сразу начнется 10-й сезон, и я думаю, будет все намного интереснее. Только сильные останутся, слабые повылетают, и суперкубка там, все пройдет квалификация, подбирают команды. Вообще будет круто. Все, минус от топи. Снова пытаются аплент продавливать. Но сейчас, посмотрите, по хелсбару видно, что 2 по пол жизни у Баев. Это Мгрин, это Опи. Но, тем не менее, они идут на точку. Прокинули с мидла сейчас. Паня киллер снял Опи, прокинул стрит. Вот что мне еще нужно выучить, так это все прокидки. Шейди хорошо просто снес голову Хурикейну. Одна маска осталась от того. Сбили Шейди маску. Он пригинается сейчас. Прокидывают гранаты. Снял с Кае. Ямат минус Лаки Ван. 2 в 3. Атака в меньшинстве. Все, задавили. Стрит 4-4. Снова ничья в игре. Хорошая игра вообще. Хорошая игра. Борьбы много. Самое главное, что много борьбы. Люблю борьбу вообще. Потому что такие матчи в одни ворота по 10-0, 10-1, 10-2 неинтересно. Так, ну, смотрите, Бай, они по-прежнему играют через апленд. Сейчас снова пробежали, и снова будет выбивание от белорусов. Вот белорусы, конечно, в шоке, наверное, с этой точки. Они сейчас, наверное, туда переместят, возможно, сместят еще одного игрока. Либо, может быть, сыграют агрессивно, попытаются... Тут можно играть, как и в Counter-Strike. Вот то же самое, поджимать банан и поджимать апленд, стрит, там... Эти диски делать, отбегать. Тут очень много КС-ских приколов можно делать, потому что карта это, в принципе, второй даст. Не нужно выдумывать тактики, тут они есть. Да, конечно, гранаты работают по-другому. Ну, ладно, про этот раунд уже мы забыли. Здесь очень четко зашли на А ребята из Бай и очень быстро выиграли раунд. У нас счет 5-4. Ну и заканчивается первая половина. Бай выиграли все-таки атаку. Ну и теперь смена. Так, тут что-то, по-моему, ребята забыли, что 5-4 счет, надо им написать, что, ребят, успокойтесь, 5-4. Интересно, меня, не знаю, могут ли читать мои сообщения, ребята. Тут даже 7 раундов поставили, ребята. Ау, читайте правила. Правила читали? Даже поставили 7 раундов, если бы счет был там, допустим, 7-0, дальше бы уже раунды не смогли играть, закончили. Ну что, продолжаем. Мы тут решили проблему. Ну, ребята, с непривычки. Первый матч по старинке. Там 7 раундов начали играть. 5-4. 5-4 сыграли. Первый счет. Выиграла команда Бай. И, в принципе, возможно, тут будет борьба во второй половине. Так, кого-то не хватает у нас. Ой, нет, не туда я пошел. Не хватает одного игрока. Mserious. Сейчас вернется он. Да, все, понеслась.
Ну что ж, друзья, продолжаем смотреть. Вторая половина. Команда Mserious теперь будет атаковать. Бай атакуют. Ну, еще раз напомню, в принципе, для крейсеров, что это тот же самый DDoS 2, только точки местами перепутаны и называются наоборот. А это Б, а Б это А. Плюс дополнительный проход в центре. Ну что, смотрим. Смотрим за продолжением этой игры. Первый раунд второй половины. И вот вопрос один. Смогут ли Бай вот так успешно играть в защите? Хотя они всего лишь на один раунд у них было преимущество. Но сейчас посмотрим. Опи минус Паня киллер. Защита делает первый фраг. Давайте я поставлю в этом раунде прицел. Надоело без прицела мне все это дело смотреть. Минус от Чики Бум. 4 уже в большинстве. Атака. Сплит на Б пошел. Минус от Чики Бум. Все. Зашли на точку. Ставят бомбу. Пригинаются парни. Бомба была установлена. Ну и что? 2 в 4. Как же на ноуте неудобно играть, пишет Паня Киллер. Да, на тачпаде пальцем еще. Ну хоть мышку-то подключил, но 60 Гц это вообще права. Что, минус от Ямада, он попытается сейчас, наверное, пригнется, пройдет ближе к плану. Ну что, пригинайся. Двое, 2 на 2 уже ситуация. Посмотрите, что творят Бай. Никто не пригинается, пробегает в тупую. Видят контроль от игрока на ящике. Панда уже зашел в точку. Нека один остается. Неужели 2 в 4 возьмут раунд? Не попадает, попадает. 1 в 1, и что, Ямад... Мало времени, ему нужно делать минус. Нет, Нека делает минус, это 5-5 счет в этом матче. И борьба продолжается. Еще 8 раундов нам нужно. Максимум посмотрим в этом матче. Но пока равная борьба. Пока равная борьба. Так, Опи решил центральное кафе поджать. Тот же самый Парыч. Тот же самый Парыч в власти. Парыч с крыши, я бы так назвал. Минус Опи, Чика Бум делает минус, атака в большинстве. Пошел, по-моему, сплит на А сейчас будет, сейчас займут центральное кафе, на Б точнее. И длина плюс Парыч понеслась. Там один игрок остался, это вот Хурикейн, он не знает, что ему смотреть. Делает минус, понимает, что его проброс гранат. Да, все, проброс гранат ему сделали, он даже дернуться не успел. И все, из дома будет выбивать сейчас, из дома. Нет, спину с Парыча зашел Панда, он в центральном кафе, все, заходит на Зиг. Там из дома кто-то вышел, по-моему, это Ямад. М-грин делает минус, бомба стоит. И 3 на 1 Паню киллера. Вот давайте за Паней посмотрим. Ну, он тут мансуется, пытается пригнуться. Но его легко убивают. И сейчас продефузит бомбу. Ну что, 1-1, 6-5 в пользу команды Бай из Азербайджана. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Ну что, мы смотрим за Опи, который решил, по-моему, поджать длину. Тут прочекал... Нет, тут никого нету вообще. Куда? Там уже зашли на точку. Уже белорусы на А поставили бомбу. И все, тут надо будет выбивать. Надо будет выбивать. Слетает на кассу кто-то. Нет, 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 без шансов. 2 в 3, Ямад и Опи остаются. Смотрим за Ямадом. Ямадом, возможно. Ой-ой-ой, как ему сбили. То есть шлем у меня до сих пор в ушах. Вон! Минус от Опи, и он с маской, с белорусской маской Опи. Ну, смотрим. Зашел плент. Нет, 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 его принимают. 2-1, и снова равный счет 6-6 в этом матче. Снова. Начало миссии. Смотрим, Панда делает минус в защите. Тут ко мне просто... Нет, я объясняю, показываю стрим старым кейсером. Ну давайте смотреть. Давайте смотреть. На банане сейчас атака зажалась. У нас, кстати, по-моему, раунд будет за команду из Азербайджана. Минус от Опи. Хороший хедшот. Уходит из ЦК. Нет, возвращается. Еще одному голову сносит. И уходит назад. Еще третий на него вышел. Но Нека в этот раз успешно сыграл. Вот видите, валяется белорусская маска. Сбита она. Из азербайджанского игрока. Что это было вообще? Нека неудачно стрелял в спину в коробке. Там кто-то был в мидле. Ну, все, уходит на банан. И пошел... Нет, не пошел на аплент. Нека остался один.
Азербайджанцы бегают по карте, ищут его, но белорус пока что решил тусоваться на стрите. Вот он вышел на стрит, заходит на аплент, здесь никого нет. Возможно, из дома его смотрит, наверное, панда. Да, панда из дома его смотрит. Бомба была установлена. Остался один игрок. Панда уже диффузит бомбу. Все, там закидали просто гранатами бомба на стрите. Застреляли Нека. И равная борьба. Я уже говорил, что Вейс предвещал борьбу в этом матче. 7-6. Счет в пользу команды из Азербайджана. Команды Бай. Mserious проигрывает. Так, проброс гранатом. Пытаются пробросить заход на ЦК ОПИ. Да, сплит на Б пошел, длина плюс парыч. Хурикейн делает минус, сейчас Опи из дома. Он тут дымы пропустил. Хурикейн красавчик, Опи сбивает еще маску. Там Чикабу на планте, он ушел на бетон. Он ушел на бетон. И его там, нет, его, по-моему, не смотрят. Кто-то прыгнул на бетон, еще нет, все увидели. Все, забрали его. Lucky One последний против пятерых. Вообще неудачный заход от белорусов на точку Б. И он тусуется в центральном кафе. Очень жестко приняли сейчас игрока в центральном кафе. Панда делает минус. Ну что, по-моему, тут у нас пошел отрыв. Пошел отрыв от команды Бай. 8-6. Ну давайте смотреть. 3-2 в пользу команды во второй половине. Бай уже был первый минус от защиты. По-моему, белорусы немного поплыли. Вот сейчас у Опи очень важный момент. Будет Хурикейн с граната забирать Чикабум. Видел руку! Ой, как неудачно сыграл Опи. Ну, он, по-моему, увидел двоих. И дал инфу, что двое на длине в... Даже не знаю, как это называется это место. Кафе 1Б на этой карте. Ну, просто кафе перед длиной. Смотрим дальше. У меня есть, конечно, еще карта, расписанная великим негативом, там, со всеми обозначениями. Нужно ее подучить до конца. 3-4. Атака в меньшинстве. Белорусы ищут себя в атаке, но что-то непонятно, что они сейчас хотят. Нека на длине там отвлекает сейчас внимание на себя. Один в параче, один вообще на аплент пошел. Lucky One. Ну, кстати, Lucky One сейчас зайдет на пустую точку. Ну, как-то вообще безразменно играют, ходят по одному, и сейчас за это их накажут, по-моему. Все, зашел на точку. Зашел на точку и все. Дает инфу, что ребята, я в пленте, идите ко мне. Сейчас вот Емат может умереть, потому что он здесь Lucky One не ждет. Провтыкали вообще позицию, что-то поносились. Ой, вот я не понял, Емат увидел Lucky One или нет? Вот Lucky One увидел каску белорусскую, вот у Емата она, мы видим, красненькая такая с белым. Все, увидел точно теперь. М-грин. Прокинул гранату, увидел, как Lucky One там пробежал в точку, дал хае в плент. 3-3 ситуация, и могут в меньшинстве белорусы потащить раунд и немножечко сократить счет. Lucky One в спину не попадает, ему МГ, по-моему, сейчас зажал, а не по пуле. Стрелял, минус от панды, минус Нека, размен. Грин на нубке делает минус, паня киллер. Все, Грин отлично играет, он не первый раунд уже тащит, вообще красавчик. И давайте смотреть. Да, это 9. Бомба деактивирована. Это 9-6 и 3 матчпоинт у команды из Азербайджана. Ну, должны они сейчас собраться и вытащить игру, наверное. Хотя, может быть, белорусы сейчас 3 раунда подряд в атаке и возьмут. Потому что все-таки атака, и как бы надо что-то делать. ДЦ, ДДАС-2, можно еще его называть. Ну, давайте смотреть, что делают. Заходит парыч в центральное кафе, двое. Там третий. Lucky One на стрите просто шумит, прокидывает гранаты и перестреливается с Ямадом. Кстати, неплохо там прокинул хаешку. Да, это сплит будет. Опи видит игрока, вплотную дал хае. Упал за ступеньки, 8 хп осталось. Нужно уйти в дом, что он, наверное, и делает. Да, уходит в дом. Ушел в дом.
Ну, а что дальше? Длина пошла. Сейчас посмотрим за Хурикейном. Вот он видит. Ну что? Давайте смотреть, что сейчас будет в пункте. Бомба стоит. Нет, раунд берут белорусы. Раунд должны брать. 2 в 4. Минус от Опи. 2 в 3. Ну, если ей мат сейчас разорвет, посмотрим. Прошел, он пригнулся. Ну что, будет пригинаться или будет перестреливаться? Будет пригинаться, по-моему. Сейчас посмотрим. 2 хп. Граната улетел. Нет, это был дым. VIP дым, да, он коцает. Он коцает. И что, остался Опи. Ну, раунд отыграли. Раунд отыграли белорусы, один матчпоинт отыгран, 9-7, ну что, им еще два раунда тащить белорусской команде до ничьи, и по-прежнему матчпоинты у Бай из Азербайджана. Снова сплит на Б, снова сплит на Б. Опять тот же раунд делают белорусы. Lucky One шумит на срите, показывает, что там кто-то есть, кидает гранаты. А здесь, ну, уже все, это уже прохавали. Это уже прохавали бай, уже ушли в дом. Нет, не прохавали, трое по-прежнему здесь. Посмотрим за Хурикейном, что он будет делать. Что, минус 2 от Опи. Он на планте зацарил, по-моему, даже 3 фрага сделал. Но Шади пришел с бетона. 2 в 2, ну красная. Красная бай. Ямато и панда красная. И поэтому тут у них шансов немного. Хотя, кто его знает. Главное, что пушка в руках, один хедшот и все. Ваншот, как говорится. Ну что, поставили фугас. Лаки в доме. Ямат не смотрит налево, не боится, что его сейчас слева. Вот видит. Ой-ой-ой, смотрите, какой провал. А если бы это был БКС, уже бы он разорвал бы типа просто в щепки. Если бы ящик простреливался. Пытается тут пиксель что-то просмотреть. Опять видит пушку. Видит пушку. А где Lucky One вообще? Пробросил панду в доме. Нет. Не панду. Тут не пробросил никто никого. Всех постреляли. Последний раунд в матче. Ну что, либо ничья, либо победа команды из Азербайджана. 9-8. Счет в этом матче. Какая жесткая игра у нас по концовочке получилась. Ну что, друзья, по-моему, у нас сейчас будет ничья. Очень жестко по концовке начали тащить парни. Хотя нет, панда. В большинстве белорусы 4 на 3. Смотрим, Ямат сейчас очень важно. Ему не умирать здесь. Пошел выход на аплант. Ямат жмет двери, жмет ворота. Уже кто-то на нобку прошел. Давайте смотреть, что будет дальше. Да, пришли сейчас. Опи важен. Спину пошел Опи. Делает минус один. Смотрим за ним. Где же Опи? Вот он видит второго. Хурикейн минус. Один белорус остался, Шеди, и, по-моему, ему тапки, его сейчас выкурят, да, победа команды Бай из Азербайджана, 10-8, две супернапряжных игры по концовочке, и это победа, 10-8. Ну что, первые 3 очка уходят, уезжают в Азербайджан, улетают белорусы, ну что, найдут, наверное, свою лучшую игру чуть попозже. Но я могу сказать, что, друзья, с вами был Тафа. Вы смотрели суперкубок по Intel Challenge и его суперкубок Point Blank. Завтра у нас вообще будет еще 6 матчей, с 7 по Киеву, с 8 по Москве. Но в субботу, воскресенье Asus, Dota, Counter-Strike, смотрите наши трансляции. Все за нас решал Pink, это понятно. Да, вообще любой команде тяжело. Тяжело, наверное, будет играть. Ну, посмотрим хотя. Хотя посмотрим. Сообщение от КСеров. Переходите на КС. Ну что, всем пока. Увидимся и услышимся завтра, друзья. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила.
на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Впервые в рамках 9 сезона Международной лиги Intel Challenge вы увидите жаркие, захватывающие баталии в командной дисциплине Point Blank. Тог Рекорд там еще воюет, Дэн хедшотом с пистолета в голову снимает Эйса, добрая фея уже одна. 32 сильнейших команды СНГ вступят в схватку за главный трофей лиги и солидный призовой фонд $14,000. В лучших традициях проекта всех зрителей и болельщиков ожидают прямые трансляции, обзоры игровых туров, общение со звездами Point Blank и LAN-финал в формате шоу-матчей. Не пропусти! Виртуальная война начнется 10 августа в 18:00. Официальный сайт игры pointblank.ru, официальный сайт лиги cyberarena.tv, главный технологический партнер проекта корпорация Intel, генеральный партнер компании Asus, официальный игровой центр Киев Киберспорт.